Слава Богу, слава Богу! Здравствуйте! С вами пастор Генри Мадава в эфире «Голос Победы». Вы знаете, я так люблю Иисуса, потому что неважно, что у меня в жизни, Он умеет и знает, как превратить поражение в победу, потери в возвращение. Мне так нравится, что Бог любит возвращать потерянного. Многие люди потеряли много чего. Вот я часто говорю, что две вещи, которые нельзя терять ни при каком случае, это не теряй свое спасение и не теряй себя. Но больше и ничего терять не надо. Но вот что мне нравится, что Бог возвращает потерянного. Может, ты потерял радость, потерял мир или потерял себя, или спасение. Сегодня Бог возвращает. Давайте послушаем эту проповедь. Возвращение потерянного в жизнь. Единственный, кто способен вернуть то, что ты потерял, это Бог. А чтобы он вернул, это надо начинать с ним быть в одном шагу. Поэтому важно, чтобы мы понимали, что Иисус Христос, Он есть жизнь и воскресение. Евангелие от Иоанна, 11 глава, 1 по 15 стих. Библия говорит, был болен некто Лазар из Вифании. Из селения, где жили Мария и Марфа, сестра ее. Мария же, которой брат Лазар был болен, была та, которая помазала Господа миром и отерла ноги его волосами своими. Чтобы вы всегда помнили, женщина, которая пришла к Иисусу и разбила сосуд, и отерла волосами, и там внутри себя осуждали ее, потому что она грешница. И говорили, если бы он знал, что кто за женщина, он бы не позволил, это та Мария. Сестры послали сказать ему, Господи, вот кого ты любишь, болен. Иисус, услышав то, сказал, это болезни не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий. Иисус же любил Марфу и сестру ее, и Лазаря. Когда же услышал, что он болен, то побыл два дня там, на том месте, где находился. После этого сказал ученикам, пойдем опять в Иудею. Ученики сказали ему, Рави, давно ли иудеи искали побить тебя камнями, а ты опять идешь туда? Иисус отвечал, не 12 ли часов во дне? И кто ходит днем, тот не спотыкается, а потому что видит свет мира сего. И кто ходит ночью, спотыкается, потому что нету света с ним. Сказав это, говорит им, потом Лазар, друг наш, уснул, но я иду разбудить его. Ученики сказали, Господи, если уснул, то выздоровеет. Иисус говорил о смерти его, а они думали, что он говорит о сне обыкновенном. И вот, и получается, тогда он сказал прямо, Лазар умер. И радуюсь за вас, что меня не было там, дабы вы уверовали, но пойдем к нему. То есть Иисус говорит, если бы он умер при мне, я бы не дал ему умереть. Вот, потому что он не может терпеть страдания и потери у его детей. Он сразу включается в действие. Поэтому заметите, что в жизни бывает много потерь. В этом случае Лазар, он друг Иисуса, и также родной брат для Марфы и Марии. Вы знаете, что мне понравилось во всей этой истории, которую мы с вами читали? Марфа и Мария, они вызвали Господа Иисуса Христа на помощь.
Они сказали, тот, кого любишь, болен. Это то, что нужно всегда делать. И чем раньше, тем лучше. Призови Иисуса. Марфа и Мария сделали правильно. Какой бы ты ни был умным, знающим, образованным, блестящим во всем, пожалуйста, беги прежде всего к Господу Богу. Если ты мудрый, Он направит твою мудрость. Ты умный, Он направит твой ум. Ты соображаешь много, Он упорядочит твое знание, чтобы оно шло туда, где решение. Бог берет то, что у тебя есть, и начинает помочь тебе решать вопрос. Вот. И поэтому всегда, потому что Иисус Христос, когда Он приходит, Он жизнь и воскресение. Притом неважно, когда Он пришел. Он может прийти сразу, вопрос решается сразу, или через день, или в случае Лазар, 4 дня умер, не в этом деле. Скажи Иисусу, и когда Иисус пришел, включился, радуйся. Потому что Он жизнь и воскресение. Если пришел Он, вопрос решается. Давайте посмотрим, как Иисус, с чем Он столкнулся для того, чтобы возвращать Лазаря. Смотрите, как написано в Евангелии от Иоанна, 11 глава, 14 и 15 стих. Там написано, тогда Иисус сказал им прямо, Лазар умер. И радуюсь за вас, что меня не было там, дабы вы уверовали, что, но пойдем к нему. Оказывается, Иисус знал о смерти Лазаря. Это значит, все твои потери, Он в курсе, Он знает. Он знает твою боль, Он знает, как это было, Он знает все от А до Я, через Я обратно к А. Не знаю, каким образом я вернулся, но главное, в правильной точке. Он все знает. И смотрите разницу между Иисусом и дьяволом. Когда дьявол знает, он использует против тебя. А когда Иисус знает, он приносит решение. Заметите, эта битва широкая. Иисус пришел, зная всю эту ситуацию, и он готов помочь тебе. Когда решается твой вопрос, он прославится. Оказывается, почему Бог заинтересован? Потому что Он прославится. Библия говорит, когда Иисус воскрешал Лазаря из мертвых, вы знаете, что произошло? Там написано, что они поверили в Него. Это ученики. Они поверили, их вера укрепилась. Оказывается, когда твои вопросы решаются, вера многих людей укрепляется. И написано, что он, когда решил вопрос, и поверили в него ученики его. И вся страна поверила, регион поверил. Это громкое свидетельство. И это написано в Евангелии. И многие поколения благодарят Господа за то, кто Он есть, и за того, что они увидели чудо, и они поверили. Псалом 125, 1 по 6 стих. Библия говорит, песня восхождения, когда возвращал Господь плен Сиона, мы были как видящие во сне. Они даже не могли осознать, что это произошло. Тогда уста наши были полны веселья. Это радует Бога, когда мы радуемся, потому что восстановлены, возвращено.
И язык наш был наполнен пением. Тогда между народами говорили в народах, великое сотворил Господь над ними. Представьте себе, в народах начали говорить о Боге, славить Его, великое сотворил Господь над нами. Мы радовались. Возврати, Господи, пленников наших, как потоки на полдень. Сеявшие со слезами будут пожинать радостью. И с плачем несущие семена возвратиться с радостью, неся снопы свои. Заметите, что Бог, Он Бог возвращения, восстановления. Он заинтересован, Он желает. Поэтому иди путем тотального доверия Бога, Богу и послушание Ему. От тебя Он просит тотальное доверие и послушание. И Он восстановит, Он поднимет, Он исправит, Он поможет. Это доказано уже многократно. Для того, чтобы Иисус пришел воскрешать Лазаря, Он должен преодолеть первые барьеры. Это не смерть Лазаря, а общество хотело его побить камнями. И получается, перед тем, как он дойдет до Лазаря, ему нужно будет это победить. Оказывается, сатана ставит разные барьеры на пути. Дьявол в курсе, что Иисус хороший, он знает. Но чтобы мешать Иисусу, он обработал общество, чтобы они хотели побить его камнями. Зачем? Чтобы не пустить Иисуса. Потому что он знал, что Иисус дойдет, воскресит Лазаря. Поэтому ученики говорят: Иисус, недавно иудеи хотели тебя побить камнями, и ты туда пойдешь. Это значит, Иисус, это действие дьявола, их остановил. Видно, он взял молитву. Он разговаривал с отцом своим. Он сражался с этим бесом, с этими начальствами, властями, которые обрабатывали людей. И он их поразил, победил, так что он мог вернуться к Лазарю. Павел попадал в это очень много раз. Павел помазан. Куда бы он ни пришел, исцелял больных. Он приходит в Иерусалим, и там начинается забастовка. Этот, который учит людей ложь о нашей народе, пришел сюда. Никто не расследовал, никто не уточнял. Это дух, обрабатывающий общество и народ, восстал. И Павла побили и положили в тюрьму. Скажите мне, Павел плохой? Нет. Это просто дьявол поставил этот барьер, чтобы Павел никому благую весть в Иерусалиме не говорил. Это первый уровень сражения, который Иисус имел с ними. Вот. Второй уровень. Когда он начал пытаться разговаривать с Марфой, с Марией, он столкнулся с проблемой номер два, барьер номер два. Неверие и непослушание тех, кому он пытался помочь. У них было не просто неверие или непослушание ему. У них была ограниченность духовная. Они мало понимали духовно и ограниченность в понимании ситуации. Они были ограничены во многом. И не только, они еще его и обвиняли. Обвинение и агрессия по отношению к Иисусу Христу. Они сказали: Господи, если бы ты был, мой брат бы не умер. Теперь он умер из-за тебя. Ты не пришел, и мой брат умер. Начинает тебя обвинять, к тебе агрессивно. Это тоже тактика дьявола. Зачем? Чтобы ты не помог человеку. Чтобы ты обиделся, ты сказал: ну ладно, раз ты меня обвиняешь, живи без брата твоего. Вот Иисус встречает вот эту агрессию,
обвинение со стороны Марфы и Марии, но он не ушел, не отвернулся, не обиделся. Следующий барьер – это сама проблема. Лазарь в любом случае умер. Надо это тоже решать. То есть, если ты победил общественную проблему, барьер убрал, барьеры вводит Марфа и Мария с их агрессией, ограниченность убрал. Третий шаг – смерть перед тобой. Надо это тоже решать. Потому что многие люди в сражении с общественным, потом сражение с барьером агрессии, неверия, доходят до проблемы, и уже нет ни силы, ни помазания, ничего. А Иисус сохранил. Он сохранил до последнего. Он сохранил равновесие. Он сохранил помазание. При этом он сохранил духовные трезвости свою. При этом он остался в живых взаимоотношениях с Отцом. Он сохранил все. Я хочу, чтобы вы знали, чем дольше проблема существует, тем глубже ее корни. И дольше, и труднее решать. Поэтому, тем больше пребываешь в этих сложностях, тем больше создаешь себе головные боли. Вот поэтому получается так. Иисус сохранил трезвости духовные. Это так сложно. Очень трудно встречать проблему в жизни и остаться в равновесии. Евангелие от Иоанна, 11 глава, 34, 39 и 40. «И сказал, где вы положили его?» Это 34 стих. Говорят ему, «Господи, пойди и посмотри». Когда это уже происходит, он преодолел столько барьеров, чтобы сюда дойти. Тогда было целое, вот, это как слой за слоями, за слоями, наконец он дошел до этого. 39 стих. Иисус говорит, «Отнимите камень!» А не сестра умершего говорит, «Ой, Господи, нет!» Он уже смердит. 4 дня, как он в гробе. Война не закончена. Иисус говорит, не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию? Первое. Где вы его положили? Отнимите камень. Первое. Найди причину потери. Не получится возвращать потерянного, если ты не нашел, не уточнял и не исправил причину. Если это ты не мог простить кого-то, прощай. Обижен на кого-то, примирись. Неисповеданное что-то, покайся. Не так двигайся в жизни, меняйся. Не хватает знания, учись и развивайся. Второе. Окончательное принятие решения. Это камни к гробу. Что такое окончательное решение? Когда что-то происходит, мы начинаем принимать внутри себя решение. Например, все кончено. Это называется заключительное все кончено. С этой семьей у меня все кончено. Ребенка с ним у меня кончено. Это называется решение принято. Эти окончательные решения надо их видеть, заметить и убрать. Если их не убрать, бесполезно пытаться возвращать потерянное. Третье. Нужен жесткий и решительный разворот на 180 градусов в другую сторону. Обычно мы знаем Иисуса как любящего, да? Но когда он пришел в гроб Лазаря, смотрите на его действия. У Иисуса нету, он не грубый, но заметьте его твердость. Где вы положили его? Брат твой воскрес. О нет, Господи, отнимите камень. Он смердит, я же сказал тебе. Кажется, Иисус
как будто он наезжает на Марфу. Но поверьте мне, по-другому Лазар остался бы в гробе. По-другому Лазар остался бы в гробе. Иисус сделал то, что я называю решительное, правильное давление. И я хочу, чтобы вы знали, если вы хотите вернуть то, что дьявол украл, то, что потеряно, это надо. И сразу же тотальное, полное, иначе победа не будет. Нужно полное доверие и послушание Господу Богу и Его Слову. Иначе не увидим мы возвращение потерянное. Надо, чтобы оно было, дошло и появилось большое желание восстановить. Слава Богу! Я вот посмотрел свою жизнь. Много раз я потерял что-то, а Иисус возвращал. Он возвращает. Он возрождает. Суть христианства – это смерть и воскресение Иисуса. И неважно, что бы ни умерло в твоей жизни, сила воскресения возвращает. Истина, которую мы принимаем и начинаем двигаться в ней – та истина даст нам свободу. Но знаете, что меня радует еще больше? Потому что есть люди, которые много чего потеряли, и мы видели чудеса, как Бог возвращал потерянного. Например, человек потерял здоровье, заболел, сатана забрал. И как радостно, когда Господь чудным образом возвращает потерянное здоровье. И когда Бог это делает, я всегда радуюсь, как маленький ребенок, потому что я у Бога маленький ребенок. Давайте посмотрим эти свидетельства, как Бог творил чудеса и возвращал потерянное в жизни людей. Татьяне Алексеевне в 35 лет поставили группу инвалидности, вторую группу по позвоночнику. И сегодня Бог ее исцелил. И она сегодня также покаялась. Вы сегодня покаялись? И Бог вас исцелил сегодня? Исцелил. Вы были инвалидом? Инвалид второй группы. 35 год мне дали. А сейчас сколько вам лет? А сейчас 58. Это с того времени до сейчас? Да, по сегодняшний день я на другой группе нахожусь. И что же вы будете делать с инвалидностью? Не знаю. А я знаю. Утекла она от меня. Ушла от вас, да. Убежала. Это да. Лучше, чем быть инвалидом. Конечно, лучше. Господь, спасибо тебе за это чудо во имя Иисуса. Слава Господу. 8 лет Зоя Павловна не слышала на левое ухо. И когда во время молитвы здесь свидетельствовали уже об исцелении уха, она закрыла свое правое ухо и услышала, как здесь говорили на сцене, без микрофона. Раньше вы не могли слышать? Я слышала очень слабо, но на такое расстояние я не слышала. Я могла даже на вот такое не слышать расстояние. А это как давно это ряда. Было? У меня уши болели с детства. С детства? 48 лет. Я 48 уши. Лет. Так, закройте то ухо, которое слышал. Смотрите туда. Вы меня слышите? Я вас слышу. Скажите то, что я говорю. Скажите Иисус. Иисус. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Очень сильно. Очень сильно. Слава Богу. 48 лет. Слава я Иисусу. Не, да. Я еще не все сказала. Я в течение года болела ногой. У меня была сильная большая растяжка, но у меня растяжка ноги стала после тяжелого труда. Мне нельзя было в этот. У меня были три травмы, у меня три раза этот ноги отнимало. После того мне нельзя было. Но у меня работа такая тяжелая, я работаю. И у меня целый год нога. И вот когда вы молились за всех, я прочувствовала какое-то, что-то с ноги, боль какая-то точно ушла. И я же не могла вообще, когда посижу трошки, начинаю ногу разгибать, то у меня боль сильно происходила. Именно вот здесь в чашечке. А сейчас нормально, отлично. Я верю. Я тоже верю. Дайте аплодисмент Господу. Господь благословляет ее.
около 10 лет у Людмилы были боли в печенке. Она еще вчера получила исцеление, и до сегодняшнего дня боли не пришли. И плюс сегодня от кашля Бог ее исцелил. Вчера вы не поняли? Да, вчера я не поняла. Мне как стрела, как дала вот так сюда. Я думаю, что это такое? Повернулась, никто меня не колнул. И думаю, пришла, говорю, это исцеление, Господи. Я благодарю тебя, спасибо тебе за это. И до сих пор не болит. И до сих пор не болит. И еще у меня 2 недели кашель. Я так сильно кашляю. Я сегодня не могу закашлять. Я стала сегодня... И не могу закашлять сильно, так как я кашляла, понимаете? Все прошло, Бог меня исцелил. Спасибо тебе, Господу. Господь, спасибо. Как здорово. Я не знаю, как здорово это литературно или не литературно, но вам понятно. Это потому, что я очень рад тому, что делает Бог. Но заметите, самое главное чудо или самое главное, чего нельзя терять, это свое спасение и себя. Человек, который не знает Иисуса, он потерял и спасение, и себя. Как же можно найти и вернуть спасение? Или вообще получить? Нужно покаяться в грехах своих. Нужно примириться с Богом. Если кто-то желает примириться с Богом, если вы желаете сегодня помолиться со мною, получить прощение грехов, чтобы найти себя и восстановить потерянное, помолитесь со мной эту молитву. Скажите: Отец Небесный, прости меня все мои грехи. Дай мне новую жизнь во имя Иисуса. Аминь. Если вы помолились эту молитву искренно, Господь услышал и простил. Возложите руку на себя, на свое сердце и на голову. Я хочу помолиться, чтобы все потерянное в вашей жизни восстановилось. Во имя Иисуса. Боже, я прошу, да произойдет чудо, восстановление, возвращение. Возвращение в здоровье, возвращение в семье, возвращение в работе, в бизнесе, возвращение в служение, восстановление во всем. Боже, благодарю Тебя за это чудо во имя Иисуса. Аминь. Пусть вас Бог благословит. Мы вас очень любим. Мы ждем ваши письма. И звоните, пожалуйста. Мы хотим всегда быть с вами. Пусть вас Бог благословит. Мы любим вас. До свидания.